Всем привет! Мы у Димаса. Димас, копилку видно. Я же говорил, Димас, не надо вот, не надо увлекаться алкоголем, блядь. Да. Короче, мы у Димаса, что мы будем делать? Помните вот эти ножи? Пришла кожа, пришел еще материал. То есть, смотрите, сейчас все покажу. Вот, как вы видите, можете видеть, пришел материал. Эти плашки, это G10. Пины. Медный это мозаичный пин. Камера плохо наводится. Также текстолит под рукоятью. Больстеры. Блин, плохо видно, ну ладно. Пришла сталь. Сталь сейчас распакую. Вот распаковали сталь. N690. Это у нас нержавеющая сталь. Да, Димыч? Да. Производство Австрия. Будет где-то вот так. Вот. Поменьше даже. Да, ну и ручка меньше будет, даже заготовки. Хвост. Так что смотрите. Будет обалденно. А сегодня, сегодня мы покажем, как делаются ножны. Да, распаковывать пока не будем. Руки должны быть идеально чисты. Сегодня займемся изготовлением вкладыша. Вкладыша для ножа. Потому что, чтобы был, знаете, когда вставляешь его в ножны, чтобы был характерный щелчок. Так, шпок. Вот. Как все это делается, весь процесс, как будем вымачивать, придавать форму, шить их, т.д. и т.п. Сделаем, ну, видеоролик вам об этом. Да, для понимания людей, кто не понимает, ножны со вкладышем ножны ручной работы, ручной выделки, там потом покраска идет, там, ну, не вникайте, все увидите. Они стоят половину стоимости ножа. То есть не материала, а вот за работу, вместе с работой, сколько стоит нож, ножны ручной работы со вкладышем стоят половину стоимости продажи ножа. Покажем, как все это делаем. Почему у нас не стоит на это? Ну, не особо. Потому что на одни ножны. Ну, понятно, что вот можно сделать и несколько, но... Там по времени нужно выжидать, правильно, Димыч? Ну, сутки уходят по-любому, да? До готовности, то есть уже там с краской совсем. Кожа, мы видели, куплена нейтрального цвета, такая, какая должна быть. И вот что и как мы сделаем, и во что превратится этот материал, какая будет красота, вы увидите. Все ножи мы продаем только с ножными. К сожалению... Мы не обладаем таким количеством времени, чтобы просто погрузиться и все. Потому что, повторюсь, мы живем в капиталистическом мире, и мы вынуждены платить, блядь, эти ебаные коммуналки, ходить в пятерочку, т.д. и т.п. Поэтому это просто хобби. Повторюсь, ножи все делаем с ножными. Не просто зашили. Ну, короче, увидите, это будет просто бомба.
пока идет ровно. Тут миллиметр не дадим, сколько, 0,4 где-то. Я сейчас миллиметр поменьше. А вот здесь должен быть за запас. А где карандаш? Хуй знает. Уж здесь. Что в итоге получили? А какую работу будем делать дальше с кожей и как это будет все облегать и принимать форму? Характерный щелчок т.д. и т.п. Это мы уже снимем в другой серии, потому что короче, давно не виделись, нам много друг другу рассказать. Мастер нажрался. Да, сейчас здесь вот. Вот это уберем, где помечено. Для чего? Чтобы был вход. Ну как, направляйка, что ли, да, Димас? Не цеплялось ничего. Вот и все. Вот сняли, как делаем. На примере одного ножа, да? Вот. Все остальные, ну, снимать не будем. Также заснимем, как будем замачивать кожу, придавать ей форму, что касается вот этого ножа. Все. Остальное уже сделаем по этому подобию. Видос снимать не будем. Но ножны для каждого ножа, вот из этой серии, они будут индивидуальны. То есть не будет ни одних похожих. Так что вот так. Смотрите нас, наблюдайте за нами. Восхищайтесь т.д. и т.п. Все готово. На сегодня закончили на примере вот одного ножа. Сделали устье. Это как направляйка. В принципе, все. Нужно будет посюда. Как все это будем делать, повторюсь. Смотрите, наблюдайте. На примере одного ножа мы вам все покажем. Ножей такого плана, сколько у нас? 6, да? 6. Да. Ножей такого плана 6 штук. Сталь какая? 95-я? Нет. Говори. Х12МФ. А, Х12МФ. С криво. С криво обработкой. Когда доделаем и будет полностью комплект, тогда сообщим цену. Да, мы их еще отдадим в профессиональную заточку. И будет Аганес. Да, и для людей из контакта. Я же вижу, что вы смотрите. Ты что, бля, впадл лайк поставить на ютубе? Давай, не будь крестом, ставь лайк. А то просмотры идут, бля. Заебали, короче, просто так смотреть. Подписывайся и ставь лайк.